со следующим гостем. Готов пообщаться. Артем, доброе утро, как настроение? Доброе утро. Настроение хорошее. Очень много знакомых лиц на этом мероприятии. Очень много новых лиц, с которыми приятно пообщаться и познакомиться. Утро началось хорошо. Это здорово. И самое главное, мы сегодня говорим про бизнес. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Атлант Парк». Это складской комплекс класса А на востоке Московской области. Мы стараемся с нашими гостями подводить итоги 2019 года, делать какие-то прогнозы на 2020 год. Расскажите, как в целом год 2019 прошел для вас? Я не знаю, как правильно мерить эту эффективность. Может быть, это количество площадей, которые вы представляете для своих потенциальных клиентов. Что важного произошло в вашей компании в 2019 году? Произошло очень важное событие в 2019 году. Мы построили и ввели в эксплуатацию огромный корпус, 50 тысяч квадратных метров, и сдали его в аренду. На данный момент данная сделка и данный проект выдвинут на номинацию как самая лучшая и самая высокоэффективная сделка 2019 года в складском бизнесе. Ну, здесь я могу вам пожелать только честной судейской оценки, непредвзятого жюри и самое главное, что признание, скажем так, ваших пользователей, которые действительно пользуются активно услугами и вашим сервисом. Расскажите про план на 2020 год. То есть каждый год мы стараемся внедрять что-то новое в нашем бизнесе для того, чтобы все время радовать наших требовательных клиентов. Я думаю, что вы уже наверняка спланировали и сфокусировались на задачах 2020 года. Конечно. Во-первых, рынок диктует высокоэффективное обслуживание арендаторов, новые цифровые технологии, которые помогают более эффективно обслуживать комплекс и более эффективно подходить к заботе об арендаторах наших. На данный момент на рынке появились достаточно серьезные игроки в сегменте ритейла и коммерс, которые предъявляют определенные современные требования к складам. Учитывая эти требования, мы будем в следующем году, в 2020 году, строить два корпуса по 50 тысяч квадратных метров уже с учетом и в формате build-to-suit как раз под этот рынок, под требования e-commerce. Слушайте, это очень здорово. Что пожелаем индустрии в целом в следующем году? Я желаю развития. Я желаю не упасть на колени, а наоборот подняться как можно выше, увеличить эффективность и повысить эффективность обслуживания своих клиентов. И самое главное, я желаю всем держать имидж компании. Это самое важное сейчас, на данный момент. Имидж, который позволит вам на рынке быть лидерами. Самое главное, мне очень понравилось ваше пожелание не падать на колени в 2020 году. Будьте верны себе, своему делу, своему бизнесу и своему потребителю. Спасибо. Всего доброго.